World. По World. Чисто по. Чисто по. Наверное, вы думаете, что это, блин, вообще такое? Что это за кривые покемоны? Ответ прост. Это русские покемоны. Российские, точнее, да. Кажется, в старой башне кто-то прячется. Хм, любопытно. Квазавр преградил малышу Пи дорогу в башню. Погодите-ка, кто из них квазавр? Это малыш Пи или все-таки это малыш Пи? Загадка. Или, может быть, это один и тот же персонаж? Ты здесь не пройдешь. Хм. Моя задница остановит тебя. Хе-хе, какая она красивая. Солис и Тартл стерегут подходы к башне, а Гарпия нападает с воздуха. Ё-моё, ё-моё, она нападает. Берегись. Но малыш Пи, все-таки это малыш Пи, но малыш Пи позвал на помощь Кролла, который умеет проходить сквозь стены и с пепеляющего взглядом Тирекса и саблелапого Драко. А вот они! О боже! Нужно проникнуть на башню! Да, давай сделаем это, а потом изнасилуй всех. Попробуй догоним. Монстры навсегда покинули башню. Черт, валим отсюда! Ну, так быстро, я даже не успел пошарать. Извините за мой тупой юмор. В общем, это книжка с наклейками. Смотрите, какой крутой. Поворот! Поворот! Поворот всем чисто пол! На право обладателей. А для того, чтобы стать мастером, нужно поймать как можно больше монстров. Эти двое не так страшны, как кажутся. Используй хитрость, и они станут служить тебе. О, какой большой. Опять он бежит сквозь туман и года. Эти монстры давно ищут хозяина. Бери их в свою команду, но берегись птиц. Бежат шпионов команды Р, которые разыскивают редких монстров, чтобы обогатиться на их продаже. Главное боевое качество карконов – парализующий взгляд. Монстры не могут им противостоять и замирают без движения. Да что с вами такое? Чтобы нейтрализовать карконов, ты должен поймать каменного монстра. Используй молнию. Ну что, кто из нас пустит молнию? Давай ты. Нет, давай ты. Ну, ё-моё, ну я ещё не готов. Ладно, так и быть, я опущу молнию. Ну, с тобой, дрочила. Что со мной не так, что я несу? Зови на помощь малыша Пи! Без него тебе ни за что не справиться. Пи! Пи! Пи-пи! Вы придурок, а? Эта улитка за всем наблюдает. Никто не видит ее. Она шпионит. Возможно, она как раз и есть из команды R. И опять же, наклейки многоразовые. Вот такое вот нечто. Также 101 далматин. А русалочка. Кукла моей мечты. Ограбление поезда. Король Лев. С синдромом старости. Преждевременно, видимо. Малыш и Карлсон. По! Чисто по World. Винни Пух и его друзья. А также Пиппи длинный чулок. Ну и, конечно, не можем забыть про главную жемчужину. Волшебника изумрудного города. Во всех киосках. На самом деле нет. Это я раздобыл на сайте ozon.ru, когда просто искал там какой-нибудь трэш, и мне это удалось. Какой-то год вообще. Очень интересный какой-то год. Но, увы, нигде это не сказано. А, вот, 2001 год, мир ребенка. Офигеть. Да.